На конкурс «Дети читают стихи» для лабиринт.ру. Бурганова Алиса и Чалышев Марк, 10 лет, Татарстан, город Тетюши. Сергей Михалков, «Под Новый год». Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Могут даже уже сбыться все желания, нужно только, говорят, приложить старания, не лениться, не зевать, не иметь терпения, и учение не считать, а свои учения. Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Как же нам не загадать скромное желание, на отлично выполнять школьные задания, чтобы так ученики стали заниматься, чтобы двойка в дневнике не смогла пробраться.